Сергей Алонсов пишет о любви к Богу. Как это любить Бога? Сколько ни пытаюсь почувствовать всю любовь к Богу, не могу. Чем больше думаю об этом, тем больше понимаю, что никогда не любил Бога. Только знаю, что люблю Евангелие, люблю мысли о Боге и добре. Даже в сравнении с эгоистичной влюбленностью к женщине, эти чувства меркнут, непосредственно любви к Богу в них нет. Ну, тут женщин можно не лепить сюда, подождите. Ведь если влюбляясь почти без причины в женщину, загораюсь от страсти, то не должно ли быть так же, то и больше в любви к Богу? Как научиться любить Бога больше женщин? Начало любви к Богу – это любовь к богослужению. Это не мои слова, это слова одного из святых. Начало любви к Богу – это любовь к богослужению. Женщину тоже любите, только одну желательно. Если женщин вы любите, то там будет вам трудно. Вам надо распрощаться с любовью к женщинам, чтобы любить Бога. А женщину одну любить можно. Ну, то есть имеется в виду свою жену. Так, итак, школа любви к Богу – это богослужение и исполнение заповедей. То есть память о Боге. Вот вы пишете, что вы любите Евангелие читать, люблю мысли о Боге и добре. Ну так это прекрасно, дорогой мой. Вы просто молодец. Раз вы любите мысли о Боге и добре, значит, у вас есть этот фитилек, он не гаснет, разгорается. Вот только надо, чтобы он разгорался. Через исполнение заповедей разгорается любовь к Богу. И нужно прилепляться к Нему. Есть такое слово в Писании. Прилепляйтесь к Богу, Его именем пленитесь, Его одного бойтесь, Его чтите, прилепляйтесь к Нему. То есть вся постоянно размышлять о Нем, думать о Нем, это есть путь любви к Нему. Но вообще любовь к Богу дает Бог. От человека зависит только лишь стремление получить эту любовь. То есть как бы человек говорит, ты дал мне заповедь, чтобы я тебя любил. Ну так и дай мне тогда теперь и любовь эту. Потому что если ты мне ее не дашь, то откуда мне ее взять? Ты же дал мне заповедь, ты сказал, любите меня всем сердцем, всем помышлением. Так, ну и что, если ты мне не поможешь, то у меня ничего не получится. Поэтому, пожалуйста, научи меня тебя любить. Как это? Как это тебя любить? То есть, думать о тебе, петь тебе ради, воспевать, хвалить твое имя, любить твое слово, исполнять твои повеления, посещать богослужение, где имя твое воспевается. Это, по крайней мере, это путь.